Лесной городок. Раннее утро. На улице только дворник. Жители еще спят, однако сон некоторых из них в этот день потревожит судебные приставы. Рейд по взысканию налоговой задолженности в самом разгаре. Первый адрес и сразу попадание – собственник дома. Ему и вручают квитанцию на оплату задолженности по налогам. В каждом конкретном случае приставы разбираются досконально. После вручения документов по задолженности собственник вправе обратиться в налоговую за разъяснениями. Но только в том случае, если действительно сумма начислена неверно или данные устарели. Но если вся информация подтвердится, платить придется. Почему налоги не платят? Ну, какие налоги? Скажите, какие вам налоги, вы скажете? У вас 10 тысяч. 10 тысяч долго у вас? Мария Шматкова, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».